Не только с деревянным зодчеством может ассоциироваться Прибайкалье, но и с пельменями, кедровыми орехами, вафлями и питьевой водой. Именно эти товары, которые производят в регионе, будут участвовать в национальном конкурсе «Вкусы России». Заявки на участие подали 7 брендов Иркутской области. Они будут бороться за победу в 4 номинациях: гастрономическая находка, кулинарное наследие, вкус природы и на всю страну. Продукции нашего региона предстоит серьезная конкуренция, ведь со всей России поступило более 700 заявок. Выбирать лучших будут эксперты и жители страны. Народное голосование пройдет с 20 октября по 7 ноября. Для местных брендов это отличная возможность заявить о себе на всю Россию. В прошлом году Прибайкалье представляли 3 продукта, но ни один из них номинацию не взял.